Добрый день, дорогие зрители, с вами Агронаут, и сегодня я покажу, как сделать себе постоянный IP через сайт noip.com и его программа официально. Для этого мы должны пройти по сайту noip.com, я его скину вам в описании. После этого вы должны зарегистрироваться, сейчас я вам покажу как. Для этого заходим сюда и выбираем Single App for Account. В этом поле вы должны выбрать Free. И если хотите, конечно, заплатить деньги и получить больше выгоднейшее себе. Но нам понадобится только Host Names. Тут можно создать 3 хоста. Вам одного будет вполне достаточно, но если вы хотите разнообразие в своей жизни, так... Тут можно аж 50 их создать, хотя я не понимаю, для чего так много. Ну ладно, заходим на Freezing App и выбираем в поле Username, пишем свой логин, который будет отображаться, пароль, и подтверждаем тут свой пароль. Далее проходим сюда и пишем свой тут email, ну тут по-любому ясно. Далее пишем свою почту любую и можем выбрать любой хост, но за этот вам придется деньги платить, так что лучше вот этот выбрать за бесплатный. И зарегистрироваться, нажав Single App. Зарегистрировав, вы должны войти под своим логином и паролем. Ой, извините. Так. Вот мы прошли. Далее мы должны, вот вы вошли, вы должны выбрать из этого ADD хост. В этом поле вы должны в хост name написать любое имя для вашего, ну, которое будет как IP служить. Я выберу от это и желательно выбрать free domains, это бесплатное. И, например, выбрать любой. Давайте выберем game.com. И тут ничего не надо трогать, тут тоже. Группа нам не надо, и мы жмем Create Host. Как видим, у нас уже вот это мой заранее зарегистрированный, а вот которым я использую с друзьями, играю IP. А вот этот, который я только что зарегистрировал. Но не бойтесь, даже если у вас меняется на сайте 2ip.ru, вы можете посмотреть, он меняется, вот этот IP, так все равно, запустив эту программу, он будет такой, как этот. То есть этот может поменяться, а вот это будет постоянно у вас стоять. Запускаем саму программу шоу. Вы тут должны войти под логином к паролям, насколько я помню, и выбрать Select Host. Я, кстати, забыл показать вам, где его скачивать надо, эту прогу. Нужно пройти в точку download и нажать кнопку download now. Ну, как я уже скачал и установил, уже зашел под своим логином паролем, так что и тут выбираем свой surname и cell. Как видите, уже поставилось IP. Все равно заходим на 2ip.ru и видим, что у нас такой же, ну, у нас не стал дуду там 3 TV какой-то или еще что-то, но... Ну, и выбрав свой хост, вы смело можете писать его, вот как на примере моего сервера. Пишите его сюда, сохраняете, запускаете прогу, ставите себе хост нужный, вот такой, как вы вписали в сервере, и юзайте себе, друзья смогут зайти свободно и поиграть на вашем сервере. Ну, что ж, всем спасибо за просмотр, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!